Что делает Amway Amway? Впечатляющие возможности, свобода самому строить свою жизнь и идти к мечте, вера в себя или вознаграждение. Заключается ли вся суть и дух Amway только в этих принципах? Есть еще одно. Семья – самая важная часть философии, заложенная основателями. Да. Семья действительно лежит в основе всего. Это то, что держит нас всех вместе. Понятно, почему вы сказали об этом. Ведь ваши отцы были основателями Amway. Давайте сначала поговорим о них. Лучшие друзья Рич ДеВос и Джей Ван Андел всегда были больше, чем просто предприниматели, построившие огромную международную компанию, выросшую из тесного подвала. Рич и Джей были экспертами в упорстве, постоянно пробовали свои силы в чем-то новом и никогда не сдавались. Сначала они организовали летную школу, не умея летать. Затем закусочную, ничего не зная о ресторанном деле. Однажды, сплавав на лодке по крошечному озеру где-то в Западном Мичигане, они купили 38-футовую шхуну «Элизабет» и направились на Карибы. Но судно затонуло. Думаете, они вернулись домой к маме и папе? Нет. Они пересели на проходящий мимо корабль и направились в Венесуэлу в поисках работы. Спустя несколько месяцев, вернувшись домой, они открыли мебельную фабрику с импортом дерева с Гаити. Затем они основали фабрику деревянных игрушек. Их лошадки-качалки наверняка стали бы сенсацией, но надеждам друзей было суждено разбиться о пластик. Примерно в то же время троюродная сестра Джея познакомила друзей с витаминными добавками, революционной разработкой талантливого ученого-биохимика Карла Рейнберга. На следующий день Рич и Джей продали свой первый набор за $19.50. Дело пошло. И вот буквально пара росчерков пера, и родилась компания American Way – американский образ жизни. Два друга, две семьи стали одной семьей – Amway. Так, что скажете? Все верно? Так и было. Стив? Так точно. А вот еще несколько историй, которые вы можете не знать. Это стул Джея. Он много работал в офисе, развивая бизнес изнутри. Поэтому его так и называли «Мистер Затворник». А это стул Рича. Можете заметить, что он гораздо менее изношен. Его называли «Мистер Вездесущий». Он всегда был на публике, развивая взаимоотношения, поддерживая разнообразные знакомства и, конечно, продавая фантастические продукты Amway. Всего через 5 лет в штате Amway было 500 сотрудников, 65 тысяч дистрибьюторов, был открыт рынок в Канаде, построена первая фабрика. И да, Amway заработал $25 миллионов. По всей Америке люди становились независимыми предпринимателями, открывали для себя свободу и уверенность и получали невероятное до того вознаграждение и признание. Со временем Amway распространилась по всему земному шару, ведя свою деятельность на 6 континентах. Прости, Антарктида. В более чем 100 странах и территориях мира, представляя 60 языков, на которых говорят 16 тысяч ее сотрудников. Внедрение наиболее инновационных разработок имеет важное значение для Amway. И с 2012 года компания инвестировала более $300 миллионов в производство и научно-исследовательские проекты. Amway принадлежат 6 тысяч акров сертифицированных органических полей в 3 странах. В компании работает более 1000 передовых ученых, инженеров и технических специалистов в более чем 100 лабораториях по всему миру. Результатом их открытий стали сотни патентов, которые подтверждают, что каждый продукт Amway является чистым, безопасным и эффективным. Гарантированно! Amway – это семья, знающая, что люди хотят только лучшего для своих родных. Говоря о вознаграждениях, знаете ли вы, что за 60 лет компания выплатила $61.3 миллиарда в качестве бонусов и премий своим независимым предпринимателям? Полагаем, вы вряд ли могли себе это представить. Могли ли вы представить, что тоже можете стать независимым предпринимателем? Вряд ли. Но это нормально. Но зачем мы все вам это рассказываем? Вот зачем. Вспомните, с чего начиналась Amway. С семьи. И это всем нам дает понимание, чего на самом деле возможно достичь. Оглядываясь назад на историю этой семьи, мы видим, что не существует такого понятия, как «невозможно». Как у Рича и Джея, у любого и каждого из нас есть возможность создать нечто грандиозное. Итак, что же именно создала Amway за эти 60 лет? Nutrilite – бренд №1 в мире по продажам витаминов и биологически активных добавок. И это неудивительно, ведь именно эти маленькие таблетки дали начало всему. Они включают растительные ингредиенты, которые выращиваются и проверяются на собственных органических фермах Amway. Семена и растения даже имеют свидетельство о рождении. А еще вы знали? Они защищаются естественным путем благодаря ястребам. Скажи привет, Катя! Вы не найдете на этих полях ни грамма пестицидов или химикатов. Им придают силу только чистейшая вода, почва, компост, собственный рецепт полезных бактерий от Amway и около 260 тысяч литров органического удобрения с дождевыми червями. Растения постоянно проверяются и собираются в период максимального содержания полезных веществ, а качество сохраняется на всех этапах производства, от сырья до конечного продукта. Каждый год проводится более 500 тысяч тестов на качество. Для Amway имеют огромное значение – чистота, безопасность, эффективность. Точка. Идем дальше. Это Artistry. И это. И это. И это. О-ла-ла.
И всему этому вдохновением послужила известная путешественница Эдит Рейнберг. Знакомая фамилия? Потому что она была женой создателя Nutrilite Карла Рейнберга. Талантливый предприниматель от природы, она поняла несколько важных вещей. Во-первых, каждая женщина – индивидуальность, произведение искусства, созданное ею самой. Откуда мы это знаем? Потому что она сказала. Во-вторых, существует четкая взаимосвязь между растительными ингредиентами, наукой и сияющей кожей. Элегантные лица женщин по всему миру заслуживают это, и не меньше. Artistry поддерживает свою философию и наследие благодаря соединению чистейших ингредиентов с ферм Nutrilite с научными знаниями из лабораторий Amway по всему миру. Потому что каждое лицо уникально, и каждое лицо прекрасно. Спасибо, Эдит! И, наконец, продукция категории «Дом» от Amway. Нет нужды говорить, что ее ассортимент расширился. Намного. Сегодня Amway ежегодно продает более 73 миллионов средств категории «Дом». Например, возьмем систему очистки воды eSpring. Что делает ее такой действенной? Думаем, угольный фильтр и технология ультрафиолетовой очистки, эффективно устраняющие более 140 видов загрязнений и 99% бактерий и вирусов, содержащихся в воде. Семья Amway никогда не останавливается, никогда надолго не задерживается на одном месте. Она открывает мир в своем стиле, с напитком XS Energy. Люди хотят жить насыщенной, наполненной впечатлениями жизнью. Им нужно то, что будет поддерживать их на этом пути. Вы когда-нибудь задумывались о том, что захотите узнать больше о семье и продуктах Amway и желании жить, как нравится вам? Такой жизнью. И такой. И даже такой. Семья Amway понимает свою неразрывную связь со всеми семьями планеты и ощущает свою ответственность за здоровье и благополучие ее жителей. С помощью программ «Сила 5» и Nutrilite Little Bits Amway сохраняет преданность своей цели по улучшению питания и возможностей людей во всех уголках Земли. Около 500 000 представителей Amway приложили усилия для позитивных изменений в мире. И благодаря им сотни тысяч людей получили доступ к более полноценному питанию. И они не останавливаются на достигнутом. Привет! Это Милинд Пент. Милинд является первым человеком не из семьи Amway, который вошел в руководство компании. Да, он удостоился уникальной чести и доверия. Милинд попал в Amway благодаря своему невероятному управленческому опыту. Это его жена, это его дети, его собака, а это его аккаунт в Instagram. Подписывайтесь. Милинд, расскажи нам о будущем Amway. Наше совместное будущее... Больше! Лучше, амбициознее. Мы планируем трансформировать традиционный метод прямых продаж в социальную коммерцию. И в своем обращении к грядущим поколениям Милинд не одинок. За его спиной стоят все до одного представители нового поколения Amway. Мы говорим о почти 40 внуках, внучках и их супругах из семей Ванандалов и Девосов. Семьи-основатели, Милинд и каждый независимый предприниматель. Они все здесь, слушая, расширяя возможности, поддерживая не только ради Amway, ради вас. Потому что именно так делают семьи. С каждым новым изменением. С каждым новым вызовом мы строим и растем. Мы вдохновляем, мы направляем ради всех, но не ради самих себя. Потому что все мы – одна семья.